Так, здорово всем, ребят, сейчас согрею покушать, короче, сейчас нам скинут, наверное, этот. А вот, все, нашел я сам. Так, DNS сорту Блайвивит. Короче, ждем DNS сортов. Я думаю, что лучше с них начать, потому что Блайвивит это для него изи фраг просто будет на самом деле. И, я не вижу смысла, короче, там что-то делать. Сейчас пойду с ним уеду. Секундочку. И начнем уже полностью все. Так, ребят, как оказалось... А, на Корею они пошли. Прошу прощения. Сортов-то с ДНСом корейцами заделываете, оказывается. Так, все, ребят, перекусываю, возвращаюсь к вам. Сегодня у нас просто жесть, и я планирую все стримить, как бы. Сейчас 13.00, вот эта группа Д на ОСФ, 16.00 в Арде, Christmas Invitational, еще в 21 еще группа в Арде. Там Стрэндж играет. Ну, я не знаю, как я выживу. Я 5 часов сегодня поспал, но будем выживать. Все, ребят, сейчас вернусь.
Так, блях-мух, даже не дали доесть мне нормально. Сейчас я в паузе тогда ем еще. Посмотрите, что Сортов-то творит. Это ж просто дикуха какая-то. У него дроны вперед бегут сейчас на Минерал Воке. Он будет сейчас зило-то вскрывать здесь, смотрите. Давай, начинает грызть. Собачки, правда, падают. Чуть-чуть, сейчас зило-то еще один выйдет. Куда он там вышел? Он сверху, он вышел. Выводят дронов, пробок и ДНС. Ну, я боюсь, что для Зерга здесь может печально все кончиться, потому что отменяет, не отменяет ДНС ни хрена батарейку. Адепт вышел уже. Иллюзию надо уводить, адептом ДНС вообще не атакует. Это ошибка его была, конечно же. Но он смог наверх уйти. Дроны с собачками заходят еще выше, адепт падает. Зилот живой все еще, кстати говоря. Сейчас еще один адепт. Два гитата адепт вышел. Сейчас еще один адепт выйдет. Дурат, надо катать. Пробок от ГГ Зергу. Красавчик ДНС. Очень правильно он все понял, что здесь делать надо. Адепт неуязвим фактически в этой ситуации. Он постоянно куда-то телепортируется. Ой, второй уже вышел. Хорошая работа ДНС. Сортов пишет, ребята, 1-0. Блин, хотел постримить, почему бла не стримлю? С какой целью интересуешься? Не стримлю, потому что у него легкий оппонент, но если так будут они играть здесь, то они еще раньше бла доиграют, я еще успею, походу, туда. Вот. Ребят, сейчас я зайду в игру и буду кушать, потому что мне чуть-чуть тут осталось доесть совсем. И полностью к вам вернусь. Сегодня три группы будут в разных турнирах. Это жесть. Просто, наверное, вот с часа дня, наверное, часов до 12 придется стримить где-то. Может, даже чуть больше, не знаю. В общем, очень напряжно. Очень напряженный день сегодня. Я не знаю, как я выдержу это все, потому что я сегодня еще опять Fallout заигрался ночью, короче. Лег в 6.
Все, ребят, перекусила. Это сами понимаете, что значит, что за StarCraft и двор уже я готов стрелять в упор. Поехали, короче, стримить. Сегодня я уже говорил, три группы, просто жесть будет. Вот. Это вторая игра. 2-1-0 ведет DNS. Убил Сортов, он просто... Сортов сам, точнее, убился. Сортов делал лолин линги плюс дрона, но не смог пробить ДНС. ДНС зилком с пробками вначале отконтролил неплохо. Я не понял, как там делать, правда, ушел, если он был окружен там. Значит, в какой-то момент он не был окружен. Вот. Потом адепты начали лезть, плюс 2 гейта у ДНС было. То есть, ну, он очень правильно под лолин подстроился. Вот, я даже, кстати, сейчас не скажу, бывали там разведка или нет. Ну, в любом случае, молодец. В общем-то, ДНС очень четко отбил улэн. Ну, а здесь через два адепта, опять же, он начинает, кстати, гейте. А, ну, в этот раз одного гейта подряд он подстроил их адептов, я имею в виду. Так, ну а помочь адептам спорку минуснуть, я не знаю, что ДНС боится. Единственное, что он убил бы здесь, наверное. И не фокуснул все-таки рабочего. Адептами уходит, блин, ДНС, смотри, уровень какой игры, да, у него сейчас стал. Просто, блин, ничего не сделать, контролят все очень так круто прямо. Вышел на самый такой уровень неплохой сейчас игры. Сортов вроде как в Корее, но ДНС играет с ним на Корее. Почему так, понятия не имею, но возможно, что ДНС у нас тоже там находится, в Корее. Хотя в этом я не уверен, скорее всего, навряд ли. Так, и после адепта Старгейта идет еще не что иное, как Архона Харас далее. Ну, правда, адепт с Оракулом. Три дрона, 6 лингов. Овер минус, кстати, овера сталкером сбил ДНС. А не, Феникс у него есть на карте. И где этот Феникс вот висит? Вот, смотрите, цель бесхозная, овер. Просто летаешь сюда, в него стреляешь, даже если Сортов среагирует, он все равно там какую-то долю секунды полетит в эту сторону, потом назад придется ему лететь. А, здесь есть цель. Все нормально. Так, ну вот полетели архончики, ребят, ДНС-овские, харасить. Два дрона забрал, но дальше не влезть. Тут и королевы, и неудобно. Короче, дроны уехали. Сортов уже четвертую ставит. Полимит в небольшом плюсе. Интересное здание делается. Люркер Дэн на мэне. Готов ли ДНС к Люркер Дэну? Вопрос. Ну, плюс пока гейтов наращивает количество. 4 на 2, 4 на 3. На мэйне вообще гейтов, кстати, нет. На мэйне вообще там опасно. Батарейки ставят, там ДНС мини ранили, не шторм делается. Чар, привет, буксэм, привет всем. Кто недавно пришел, кстати, сейчас я тебе проверю, как Twitch у нас идет. Twitch идет прекрасно. Но надо на Team Liquid добавить правильно его турнир. Нет, Twitch... О, Блай стримит, кстати. Вам к сведению говорю, можете его тоже смотреть, FP, кто хотел глянуть, ведь он же стримит, оказывается. Так, шатает крипту ДНС, смотрю. А, серверы ему срезали, поэтому больше не пошатает. Так, вторая призма в районе мейна. Можно на чарже пытаться ворваться. Здесь все развивается, фотонки ДНС добавлять спереди.
Штурмовички стоят, Immortal строится. Четвертый Nexus в кармане. Кстати, у ДНСа, ну, то есть все сейчас в Харасе практически. Армии это почти нет. Так, а Архона где выгрузил дома? Где-то ДНС. Да, оставил дом Архонов почему-то. Призма там облетает. Опа. Прям на Морфе спалил ДНС оверов. Сортофа. Здесь два люркера Гидра. Кстати, три люркера Гидра. Четыре люркера Гидра. Ну, можно на мейн дропнуться и вот сюда вот за пилон и нормально нарезать. А лучше дропнуться на мейн одним овером сюда с люрой, например, как-то залететь. И одновременно еще Сортоф пытается прессовать в... Здорово, Арамчик. Недавно пришел, я только недавно пустел про то, как поспал 5 часов всего, а сегодня 3 группы. Guardian Invitational 6, 4 и 9 еще группы BEC. Вот, вчера в Fallout тоже там часа 4, наверное, с часа до 5 бегал. Что-то засиделся. Здесь еще на утро. У мамы где стример. Пыльно очень, душалик, шерсть. Нам убираться не сильно любят в последнее время. Заснуть тяжело было с утра. О, ребята! Минус ДНС, ребят, 200 сортофа. Просто смел он ДНСа. Со всех сторон идет прессинг. Штормы и люру здесь не прогонят. Ждите, еще люра приходит. Собак очень много. Мейн упал практически. И на второй базе кармана и тоже проблема 30 пробок. Минус еще и сортов загружается, улетает. Здесь Нексу тоже не жить. Хороший билд, кстати. Вот люра с дропом, смотрите, разводка. Это очень сильный билд. Контр забегания идут. Здесь собаки есть, все нормально. Так, здесь райт-кликом Нексу надо атаковать. Да, падает четвертый, третий точнее. Четвертый карманы пока живой, Дилот и Сэморфон пришли. А в сервер где-то там сзади летает. На мейне опять Гидра с люркером начинает шатать. Как, ДНС хорошо контролит. Смотрите, он видит, что сюда юниты пришли и просто, соответственно, законтроливает. Так, здесь люра пропалась, два люркера минус, но остальных много люры. Правда, спличенные архоны с эморфлами сильное оружие против ДРГ пишет. ДНС 1-1, царь сортов. Да он очень жесткий, учитывая, что я 5 часов поспал. Ну, я сам дебил. Мне в 11 было не заснуть уже. Я на 12.30 поставил будильник, чтобы чисто общаться с Чарликом, погулять, анонс написать и начать, но... Так, на Америку погнали. Так, Блайз сыграл уже.
Так, узнаем у Блая, где он будет играть. Федор поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает: спят усталые тирани, зерги спят. Очень злые протосики ждут ребят. Только помни ложиться, стрим его нам пригодится. Глаз не закрывай, стрим давай. Ай, ай. Спасибо тебе, Федор. Пилю. Пилю, короче, я поддержан. Твой. Спасибо всем. Блай ДНС US Central. Да, короче, в Корее ДНС похоже. И, ну, так вот все будет. Так, ну ждем Блая ДНС. Так, на Корею пошли искать, короче, дурачочечка. Точнее, не дурачочечка, а Адриана Челентана. Адриана нормальный чел. Вот. Все будет нормально.
Так, все, вернулся ДНС. Ну, ДНС Облай ждем. Это астральный матч вообще вот этого тура. Ну, Sword of Max, это еще интересно. Потом Max от Блай, кстати, будет. Блай Зикаври, так, ДНС Max от Sword of... Ну, дальше, видимо, Блай все я буду стримить. Ну, дальше другие пары неинтересны. Только первую вот эту был резон, конечно, постримить. Так, что это за код-то такой? А, это общий код какой-то. Так, на Твиче все спокойно, да, на Твиче все спокойно вроде как. Что за хрень-то? Блять, красавцы, ё-моё. Просто красавцы, блядь, прошу, просил заинвайтить, блин, и никто не заинвайтил. Пипец, блин. Не знаю, стримит ли кто там Бла или нет. Придется FP Блая, походу, смотреть. Я не знаю, что здесь делать еще. Так. Так, Блай, спасибо Блаю, что подождали, короче, ребят. Вот, поехали, а то, блин, крутая такая пара, и я туда не попал. Сегодня еще Hero Dark, кстати говоря, шоу-матч через час 23 уже будет. Очень жесткий корейский, там, Бу-11, по-моему, все карты играются. Но его не получится постримить, к сожалению, это не очень хорошо. Ну что, Блай ДНС, ребят. Счет 0-0 пока что. Надо убрать. Хотелось бы, чтобы вот эта единичка была реальностью, но пока нет там никаких единичек. Пока 0-0 счет у нас. Золото от Блай, ребят. Сейчас удалю. КС мыло, все кайфлут.
Так, ну что. Адепты идут вперед. Один уже... А, это пробочка здесь рядом у ДНСа. Адепт один выдвигается. Он видел, что у Блая есть золото, кстати говоря, ДНС. Блай туда две собачки на золото ведет, две на мейне оставляет. Надо побольше Блаю собак, на самом деле, построить. Блай агрессивно очень начинает через эволюшн. Ребят, вот уже пошли в заказе. Деслингов очень много. Так, здесь надо отвести собак. Зачем? Вот две собаки против адепта, но это отдача собак просто со стороны Блая. Заходит ДНС, и, конечно же, что он сделал? Он спалил эволюшн, он теперь понимает, что происходит. Он сразу же грелку делает, чтобы овера выпилить, который на мейн дропать собирается. Ну да, скорости уже немножечко осталось, но... Кстати, если второй буст ДНС кинет овера, который будет в ближайшее время, то, ой, этого, в грелку, то он отобьет, скорее всего, он убьет овера вот этого моментально просто с разогревом, и Блай ничего сделать не успеет. Так, здесь тоже овер. Короче, еще и не синхронно, видите, Блай прилетает, немножко тайминга не хватает, ДНС грелку не стал бустить, мне кажется, зря. Хотя, что зря, сейчас она моментально собьется. Да, пошел разогрев, здесь 2 АД. Ууу, собаки даже не успеют разгрузиться нормально. Минус овер. Приятного тут мало. Овер на вторую базу залетает. Здесь 2 адепта в рампе. Почти готов варп. Уже можно варп бустануть, например. Это уже все точно будет понятно. Блай сразу же принимает решение остановить этот врыв. И рабочих построить. Но у меня почему-то такое ощущение, что это уже ГГ. Здесь батарейка, собаки много не наубивают, это точно. На мейн бы пробежать бы, да, лингами было бы неплохо. Блай надо хоть что-то здесь наубивать, то будет шанс, как бы, конечно, у него. Если он не убьет ни хрена, то шансов будет мало. Ну сколько Блай убил? 3 пробки. А потери вы видите, как бы. Ну жесть какая-то. ДНС просто пришел, увидел и сразу же среагировал. Но ДНС это игрок, который, в принципе, и исполнение у него, и умеет головой думать. То есть он и с Блаем он играл уже 1000 раз, поэтому он знает, чего от него ожидать. И в итоге вот так вот и получилось, что ДНС знает, исполняет, и ну, ничего Блай сделать не может. Хотя у ДНС нет пока Твайлайта, но по рабочим-то он в плюсе. Есть грелка, призму вот сейчас делает. Не знаю, будет ли ДНС... А, вот Архона Харас потом дальше пройдет. Ну, поздний против... Архона Харас против позднего лейера это всегда то, что окупится. Потому что Архоны что-то наубивают стопроцентно. Так, инкам давайте глянем сейчас. Блай больше минералов добывает. Газа вообще почти не добывает. Потому что у него один газ работает. Все, ни на золоте, нигде больше ничего не работает. Так, ДНС при этом третий нефть уставит. Блая 30 собак и Беллинг Нест, то есть это он еще кушать тут собрался, что ли, да? Похоже, Блая еще кушать собирается. Крип от золота ко второй тянет сейчас. И, кстати говоря, навстречу друг другу криптумора идут, чтобы королевы быстрее выходили. Так, оверов тут 4 на... О, что Блая творить-то вообще? Откуда оверы здесь взялись? Я их даже и не вижу. Блин, их 4 штуки просто здесь висит. Это же жесть какая-то. Собаки врываются прямо на третий Нексус. Здесь 3 адепта, они сразу же окружены Блаем оказываются. ДНС, Оракула, призму назад. Зачем призму-то назад? Это ошибка, наверное, контроля какая-то со стороны ДНСа. Если бы здесь еще Бейнов заморфить бы, чтобы взорвать адепт в проходе, так вообще было бы хорошо. Но призма вернулась, это вообще все штурмовички вернулись. Без шторма, правда, они вернулись. Ё-моё, сколько Блай собак-то намасил. Куда он так топит-то вообще? Ну тут без бейнов, тут уже с Оракул, вообще-то и Архоны, надо еще просто ДНСу здесь юнитов добавить, как бы в рампе, и все нормально будет у него. Блай делает лейер, Блай делает четвертую хату, потому что золото уже кончается, на самом деле, вот на некоторых по 40 минералов осталось в друзах. И лейер, ну лейер, да, я уже говорил, что делается. Опять выход на третий Нексус. Здесь Оракул 4 зелка. Ну, скорее всего, такое-то количество собак убьет все это дело даже под Оракулом. Но потери будут невыгодные для Блая абсолютно. Так, отменяет Блай Нексус. Зелков начинает грызть. Видите, Оракул ждет безнаказанно. 15 собак уже уничтожено. Пилон Блай начинает выжигать. А дома-то у него есть чем отбиться? А дома нечем отбиться. Линга-беллинги вот стоят. Зелки отварпались.
проходить будет ДНС. Сейчас потери у Блая как на дрожжах растут, вы видите. Королева падает. Начинает попытки окружить. Но Линга Беллинги, зилков, да, они уберут, понимаете. Но Архоны, Архоны, они всегда успеют сесть. Ой, Архонов сбил Блай, красавчик. Сбил Архонщиков сейчас. Это очень хорошо было. И то, что у ДНС, кстати, нет третьего Некуса, это для Блая просто замечательно. Вот это сейчас меняет дело, на самом деле, очень сильно. Сбитая призма, это значит, что есть шанс подпушить сюда, но надо ли лезть на Оракула. Вот энергию выманил и хорош вообще. Все, Оракул без энергии. Блая забегает собачками. Вот сейчас-то зелков можно было бы взорвать бы. Бейлинги идут вперед, там Блай роучи намасил. И Гидроден пошел. Просто вот сейчас Блаю надо где-то дронов штук 15-20 намасить, и все будет нормально у него тогда. Зилки здесь есть, Беллинги уходят, Линги убегают тоже. Надо просто раскачать еще базу третью. Посмотрите, она вообще не раскачана. 10 дронов Блай делает. Потому что ДНС сейчас выйдет в третий Нексус, вот этот вот. И он у него будет шансы на победу все еще. Но то, что ДНС у Блай третью отменял, это дает ему невероятно важный момент. Какой? Отсутствие шторма у ДНС, он даже не пытается сделать, он делает архонов, это что значит, что Гидра, Линга, Беллинга, Роучи могут на клике все снести просто нафиг. Так, вот раз архоны здесь стоят у ДНС, ну и в 5, блин, опасно, это тоже я скажу. Пытается ДНС собак перехватить, но я имел в виду, если какие-то юниты смогут собак перехватить, это только Блая косяки будут. Ну куда ты бегаешь-то? Бегишь-то всеми просто отсюда вон и все. Собак вообще догнать невозможно этими юнитами наземными, если просто убегать. Так, роучи Блай строят. Ну у ДНС, блин, вот просто полная задница была у ДНС по базам. Но все равно у него рабочих больше и лимита боевого столько же. То есть, ну это печаль вообще полная для Блая. Есть роучи реведжеры, конечно, Беллинги, есть покатушки в заказе у Блая. Есть, так, две плетки на золоте, кстати. Есть плюс 2 коготь. Вот ДНС идет. Сейчас Зилотов получится Блая убрать. Быстренько. Получится убрать Зилотов быстренько, Блая. Ну, ТП ДНС делает. Несколько взорвал Зилков Беллингами. Ну, вот это неплохо было. По лимиту почти сравнялся, а по боевому-то в плюсе. Но, учитывая хреновую экономику, в гидру выйти нормально была не может. Газ у него на третий вообще не раскачивает. Личинок миллиард, посмотрите, вот рабочих. Закажи ты 20 рабочих там. Здесь хату, гидра там пошла. Ранжовая атака вообще. Куда, зачем лезть сейчас на это вот? Ну, хотя он золото, он активно развивается уже. ДНС понимает, что он отставал, ему надо развиваться. Но у него микс мясной. У него шторма нет. Если была сейчас выйдет в... Вот и летать оверсиром здесь на скорости палить все. А, скорость овером у Блая даже нет. Вот если Блай понимал, что происходит, просто подольше посидеть, подмастить рабочих, заказать еще одну базу здесь или здесь, я не знаю где даже. По стационарной обороне напилить. Так, что это за четвертый вариант ответа, Арамчик? Что за энергия дотационная? Здесь забегания какие-то от Блая, золото ДНС занял. Везде прессинг идет. Здесь две плетки, ребят, здесь Блай отбивает. Попутняк. ДНС рабочий затоптал, гай в нищечек. Блай. Собаки набежали, всех развалили здесь, конечно. Сразу же. Надо газ добывать, продолжать Блай. 160-161 по лимиту. Колоссов сколько? У ДНС 2 уже, ё-моё, колоссы там уже вовсю пилятся. Здесь бейны делаются. Ну, тут две фотонки есть, я поэтому не знаю, куда тут им вкатываться. Ими фотонки можно убить, но то, что рабочих получится убить, у меня сомнения возникают. Опа, одного тем более рабочего Блая сейчас подрезал. Понял, что у ДНС здесь Блай находится. Ну, никак не среагировал, кстати говоря. Я, наверное, не заметил бейнов где-то контролил в другом месте. Блай 20 собак еще. Блин, без шторма даже с колоссами, на самом деле, этот микс можно пробрить. Так, трансфьюзится королева. Трансфьюзит Блай! Трансфьюзит Блай. Так, 4 зилота забежали прямо на мейн, взрываются все. Никого, кстати, не сбрили они, вот это хорошие были. Хорошая работа со стороны Блая, ну, призма улетела. Опять Блай вперед выдвигается, здесь Оракул чуть висит, да зафаерболить его надо просто. Один гидралиск начал плевать, ём, даже ДНС уведет сейчас все, ну, ё-моё.
Такие моменты надо сконтроливать до конца. Ранжовая атака делается. Прям рядом с... Что, блядь, творит вообще, а? Прям рядом с ДНСом Беллинга впиливает. ДНС ХГ не хочет выходить. Блин, дичь у него, не микс вообще. Смотрите, ну что вообще, собаки сейчас текут. Собаки забегают в такой... Одна от шваль осталась, какие-то ошметки от собак, ребята. Архоны все уничтожили. Блай идет выше. На архонов на муви заходит. Во, Блай дает. Ну, это ГГ. Скорее всего, ребят, это скорее всего ГГ. К сожалению, не вижу я для Блая здесь аутов теперь после слитой этой армии. Посмотрите, рабочих на 20 меньше, боевого намного меньше. Грейды хуже, у ДНС плюс 3 сейчас будет. А ведь мог втащить. Ну, Блай, Блай, я понимаю его сейчас как бы стремление боевой лимит высокий иметь. Он хотел постоянно ДНС напрягать с третьей базы, но... Был момент, когда Блая просто было до хрена личинок, он мог просто построить еще 20 рабочих, выйти в 70 дронов, закатить базу здесь, здесь, везде, там крип потянуть, как бы, и просто выйти, вот тот же Люркер Дэн, тут же Гидролинга Беллингов, там в Хайв, я не знаю, все что угодно. Завар Зелков на мейн, Блая возвращается, ну поздно. Минус лейер точный, что тебе здесь делать-то? Это столько гейтов у ДНС, что ли, не понял. 11 у него гейтов. А, ну и 4 зилка сидела там просто. Зила-то еще здесь все подкрепление разберут, их столько много. Они просто все здесь разберут. Собаки минус, ГГ, Блай пишет. А я окно прикрою, пожалуй. Это 1-0 ДНС. Блин, а мог Блай втащить эту карту вообще, да? Хорошо играл в какой-то момент. Так, ну что, ребят, 1-0 ДНС повел, к сожалению. Приостановлено. Блай что-то там сервер не тот, короче, ДНС создал.
Блаю не нравится этот сервер. Ждем другой, короче, сервер. Сейчас. Так, погнали, ребят, сейчас начнется все. Какие-то новогодние стримы у нас будут. Так, ну что, ребят, вторая карта Блай ДНС, а я напоминаю, здесь Б2 у нас система проведения данного турнира. Вот. Ребят, сразу вас скажу, что если будет до 4 какой-то там перерыв, то я прервусь. Ну, я очень сомневаюсь, что будет. Хотя посмотрим, если там мало будет, не буду прерываться. Сейчас спал 5 часов, сегодня у нас 3 группы сегодня будут. Играться вообще еще на Варди Invitational 2 в 16.00 или 21.00. Вот может 16 между и 21.00 будет там. Ну, если, короче, больше часа будет перерыв, я только буду прерываться. Очень тяжело FP будет играть, если не сонный. Так, название стрима есть, анонс ВКонтакте есть по поводу того, что буду стримить и не буду стримить. Короче, что тут забегание 10 от Блая, 4 собаки на одну пробку слил, это не очень размен на самом деле. Здесь адепт ходит, напрягает, кстати говоря, здесь ничего адепт не сделает тоже. Ну хорошо, хоть сам рабочих Блая не потерял, это важно.
Так. Ну, сейчас Блайв 7 дронов просто убил. ДНС, как вы видите. Был Харас, Адепты плюс Оракул. Третьего Никсу ДНС пока нет. Еще один Оракул строится. Ну, Оверу тут Блайв уже считает, никуда не денется. Вот. Овер уже никуда не денется здесь. Ну и ДНС подстраивает, да, Феникс. Сам если Блай уводил, мне кажется, они оба могли бы улететь бы. Куда-нибудь подальше. Просто сюда. Ну, в самый край отвел бы и все. Полетел бы траекторием про отсюда, вот сюда. ДНС бы увидел траекторию, подумал, что Овер сюда летит. Ты прям через шип просто чик сюда летел. А может быть, просто тупо сюда бы летел. Ну, Блай решил, что выгоднее отдать оверов двух, но получить информации побольше. Так, летает ДНС Оракул, он что-то пытается делать. Лейер у Блай вообще готов. В кармане нет спорки. А говоришь, зачем? ДНС же сюда не полетит в карман. Никак он вот так пролететь не может. А если пролетит, все... Все будет, короче, здесь убито. Вот это вот странное решение от Блая. Спорку там не ставить. Ну, то... бывает в Старкрафте, вот экономят на чем-то, как бы... И лучше бы не экономить. Лучше вот иногда перестраховаться, на самом деле, чем не поставить оборону, например. Жрет здесь, короче. Блайер адептов ДНС-овских. Сажать сажал, но 16 дронов уже минус. Но 10 дронов Блайер восстанавливает, кстати, сразу. Че спорку? Че он спорку-то здесь не ставит, я не понимаю. Хотя ладно, Оракулы, может, уже погибнут. Да. Так Блайер не там, ни на третий спорку не ставит при этом. Все, что самое удивительное. Один из дронов делает. По рабочим-то сейчас, кстати, нагонит Блайер ДНС-ку. И даже обгонят немножечко, но... Так. Ну, карманная база, например, здесь газ не добывается. Вот сюда еще. Была надо до 70 как минимум рабочих довести, чтобы там в кармане было все раскачано. Вот королевы, понимаете, королевы отсюда уйти могут. Что мешает по спорке? Просто нормально надо запилить на каждой базе, и все. Эта проблема с оракулами практически решена будет. Полностью. Так, начинает там Блайк ядру строить. Грейды, атака есть, почему-то не делается. Вторая, не знаю почему, хотя просто Блай бы обгонял бы ДНС сейчас по грейдам. Но зато лимит хороший у Блай, смотрите, да заказывает он, и прям все замечательно здесь. Все, Оракул сбил, они еще рабочих выпилили. Кстати, 6 штук, не так уж и мало. Но Блай наконец-то их сбил, и, кстати, ревелейшена на Люруне будет. Важный момент, можно обсерверов будет фокусить. А фокусить обсерверов это всегда круто. Все, Блай плюс 2 заказал, но только позже немножечко, чем хотелось бы мне, и я думаю, вам тоже. Можно сейчас прийти, вот эти камни все пробить, пробить вот эти камни, или даже не пробивая, через вот эти пройти. Просто в рампу сюда вкопаться, добавить еще гидры Блая, и все будет прекрасно просто. Так, Люра оделась. Куда она пошла-то, эта Люра? А нахрен сюда Блая идет. Ну, надо отвлекать тогда. Три люркера туда вкапывать и сюда вкапывать еще Люру. Четыре, тем более, люркера Блая делает. Но это что-то подобное тому, что делал Суртов с ДНСом, с дропом Люры. Но просто атака люркерами как бы в лоб получается. ДНС, кажется, готовится уже, собрался к люре. Блай что-то тут полгода пробивает камни вообще. Чем так долго это делает-то? Гидра здесь есть, люру вкопай, пробей, не знаю. Люра тупит, ходит здесь. ДНС уже готовится встречать, кстати. Здесь пробка ездит, разведает Блай там. Пытается разведать, где там и что. Так, 4 люра входят сюда. Ко второй базе.
ДНС идет вперед. Зилоты вообще мимо бегут, касса. И чего это было такое? Так, 4 люрка, да, копаются в рамке. Сразу можно гейт отключить. Пилон здесь, кстати говоря, на гейте. ДНС реагирует. Где люркеры здесь? Как? Так. Бывает уже 3 люркера. Я просто смотрю, мне больно просто на это смотреть. Ну что мешало взять основную армию, прийти сюда люрой просто и вынести, бляха-муха, эту рампу. А здесь прийти тремя люркерами. Зачем мудрить-то вообще так, как Блай мудрит сейчас, не пойму. Еще и на третьей базе, на четвертой, точнее, умудряется тут зилотов пропускать забегания. На вторую идут везде, зилки, короче, забегают. Блай везде пытается напрягать. Врыв на вторую идет. Здесь люра вкупана. Собаки забегают. Молодец, Блай разводит. Да и вот сейчас хорошо ДНС разводит. Почему сразу так нельзя было делать? Здесь собачки принимают бой. Надо бы хату спасти. Обязательно собак послать через оклик Блаю не мешает. Тоже собак послал. По лимиту ДНС проседает сильно. Кровки на мэне падают. Везде все падает. На третьей собаке хорош Блай. На все базы послал и свою отбил здесь. Молодец, тоже базу. Похоже, что это, ребятки, 1-1 Блай против ДНСа, молодчина. Здесь группа напряженная, сортов еще здесь есть. Надо брать карты у ДНСов, сортов, может быть, из первого места получится выйти. Ну, что-то в стиле сортов получилось, но без дропов вообще. Так, Блай ДНС 1-1, Блай Макс сейчас будет.
Так, ну что же. Так, готов биться. Макс, это я смотрю. Так, иду к Блаю. Привет, Валерон. Привет всем, ребята. Ну все, Блай Макс сейчас начнется. Это уже третья, получается, третий матч. Всего у нас 5 здесь должно быть. Просто. Потом Блай Зигфридом будет играть. Сортов с Вивидом, ДНС Максом уже следующий после этого. И последняя Блай Сортов у нас будет. Пока что у Блая... Что у Блая? 3-1 пока. То есть, сейчас Макс это 2-0 уберет, и дальше 2-0 уберет Зигфрида, то Сортов Блай, наверное, за первое место будет, скорее всего. Хотя от ДНС тоже многое зависит. Ну, ДНС Сортов им 1-1 сыграл. То есть, если Блай Сортов уберет, он точно победит потом. Ну, надо, до этого надо Макса доубрать и Зигфрида. Вот так вот. Ну, я думаю, Макса да вполне по силам было убрать, как бы, тем более он ДНС убил сейчас только, что увидели все сами. Прекрасно.
Лайк, кстати, стримит сам тоже, как вы понимаете. Достаточно много людей его смотрят. На Good Game есть стрим в том числе. Есть стрим на Твиче. Ну, стандартно, в общем-то. Так, ну вторая карта. А, это первая карта. Одиссея. Опять Блайт, смотрите, играет золото. Но у него это стандарт. Ну, ставя золото, не обязательно Блайт будет агрессивничать, как в прошлой. Как в прошлом матче с ДНСом. Значит, ДНС прочитал все. То, что Блай делает, просто заказал грелку под бустом, врубил разогрев, одного овера минуснул, там даже собаки не успели дропнуться на мейн. Второго овера тоже минуснул, Блай полного провала начал, при этом он еще там в той игре чуть ли не победил. То есть он там по лимиту в плюсе шел, агрессивничал, третий никс не давал долго ДНСу заказать, но все равно не хватило в итоге. А, в этот раз вообще три хаты фул бил, чистевая халявка такая подъехала. Ну что, поехали дроны на золото. Повезло Блаю, что здесь тупит, что-то Макс отходит. Но он видел золото, но он не видел перевода дронов. То есть он теперь точно не знает, где какая экономика на мейне на второй. То есть адепты, конечно же, нужно вперед идти. То есть если бы он видел, может он на золото, например, пошел бы там. А сейчас он наверняка на мейн пойдет адептом. И вот что-то королева у Блая не строится. А, потому что еще пул не готов. Еще три хаты пул бил был, точно. И сейчас Блая нужно заказывать две королевы срочно. Желательно со скоростью не тянуть. Потому что без скорости будет тяжко отбивать. Вообще надо с газа снимать сейчас дронов, да, что Блая делает. Одного оставил, два снял, чтобы посильнее минеральная экономика была. Собак надо сейчас подстраивать. Третью королеву здесь не мешало бы заказать. Да, пошла третья королева. Четыре линга делаются, а адепт прям к золоту идет. Ну, даже вслепую решил на золото идти у нас Макс. Здесь действительно ничего вообще нет пока что, вообще никаких юнитов. Вот только сейчас королева выйдет. Блин, ну без королевы здесь вообще печаль будет. Надо спорку ставить, пытаться. Спорку не ставить пока, была адепт прям минеральную линию сюда зателепортнуться решил Макс, что ли. Не, мимо прошел. Пока только двух собак убил, для Блая это прекрасно, что только собак он потерял пока что. Дроны строятся, все хорошо здесь. Легко, комфортно, упырь. Нормально. При этом Блай на мейне видит Старгейт прекрасно. Здесь видит в рампе второй гейт. Третий никс пока не видит. Ну, два овера стандартная потеря, как бы, будет со стороны Блая. Ну, кстати, Макс что-то куда-то полетел, не понять куда. Он, а, он пытается найти, где же еще один овер висит. Он висит рядом со второй просто. Вообще улетел, да? Ну, пусть поживет пока. Возможно, Блая сейчас увидит, как пробка выезжает. Третью, например, ставить. Это важный момент тоже будет. И так, эволюшн у Блая на мэне. Пока что нет, кстати говоря, лейра. Даже в заказе нет. То есть опять чуть Блайт Грызалитик собрался делать. Да нет, вроде не собирается он ничего такого делать. Здесь овером вылетел Блай проверять. В итоге что он увидел? Роба увидел? Да, увидел Роба. Ну, робот Вайла здесь. У Оракула 0 юнитов убито. Четвертую Блайт ставить собирается. У него там 900 уже минералов накоплено было только что, я видел. Где, куда он вообще минералов-то вкладывает? Спорок нету, 20 собак сейчас пошло. Третий некс можно будет подгрызть неплохо. На 20 лимитов Блай в плюсе, причем это боевой лимит. 21 боевого сейчас плюс у Блая. Так, Макс, что меня поражает, Макс вообще не строит Нексус вообще третий. Есть, наверное, после 6 гейтов собрался делать. Ну, Блай пробку сейчас спалил, на халяву пробку убил. Отложил немножечко Нексуса тайминг. Здесь собачек стоит, адепт и сразу принимает ее. Куда пробка-то? Где она вообще? Что-то она не едет никуда. Призма делает. Стулын, что ли, уже двухбазовый со стороны... Простите, а ДНС, если говорю, то это ошибка. Макс, конечно же, ДНС Блай уже играл.
Так, золото назад уже там начинает переслать. Смотрите, три королевы стоит, энергии дофига. Напилит и криптуморов там три штучки. И тяни их куда-нибудь. Вообще будет хорошо тогда. Роуч ворон угла, лейер. Учитывая, что там нет грелки, можно роучами подкушать попытаться. Вот спорки была, я добавил даже ничего себе. На всех базах практически. И один криптумор здесь есть. Ну что, нет смысла королевами столько энергии копить здесь. Уши они не идут. Встречать там ДНСа тоже особо нечего. Да, будут, конечно, адепты, но они не королев упустить будут. Понимаете, они будут дронов стараться убивать, собаками размениваться. Тех юниты, те, по которым трансюзы не очень эффективно заходят. Нет, конечно, дрона, например, можно от адепта затрансютить. Ну, когда их 8 залетает, они там просто на халде становятся, и пару дронов, там тройку уже за залп падает. И там никакие трансюзы просто ничего не изменят. Так, коготь готов, угла роучем скоро сделается, беллингнес делается. Роучи реваджера беллинги, похоже, линги будут. Такой микс угла, старенький такой, добренький. Так, адепты зашли. Что-то телепорт, что ДНС не стал с королевами-то биться, я что-то не понял. 15 роучей была дело, где они вообще все эти роучи? Наверх адепт заходит, на королев наверх-то послать не заходит ДНС в итоге. На мейне до варп, ой, неприятный куда варп, сколько роучей-то здесь вообще? Реваджера надо сделать пару штучек, реваджеров не делает, блай. ДНС начинает развод, на золото пошел, у Блая паника, он мейн хочет отбивать, а золото сейчас потеряет рабочих. Да уж. Ну почему Реводжера была не может сделать? Ну что за бред вообще? Мертвейшему китайцу проигрывает, потому что не додумался сразу Реводжера заказать. Ну что-то бывает творить вообще. Хотя с другой стороны, здесь уже сентри много, но когда я об этом говорил, когда надо было Реводжера этого сделать, у китайца вообще ни хрена не было, бля. Просто ничего у него не было там. В плане сентря. У него одна сентря была, все. Филд пробил, зашел, отбил, блин. В чем он играет, это уже не первый раз. Не факт, что Блай, конечно, знал это, но... В общем, сейчас надо идти в контратаку, Блай, у него боевого лимита много. Нельзя бегать здесь ни в коем случае, а здесь адепты напрягают. Придется бегать, короче, тупить здесь. Собачками надо здесь чистыми адепты подбивать. Да, этими выдвигаться уже вперед. А, здесь опять на мэйне адепт. Да что ты будешь делать, а? 32 дрона было, а минус. Так, королева уже пытается минуснуть этот призму. Призма улетела, кинула адептов. Не ДНС, конечно, Макс откинул. Будет была атаковать-то, нет? Скорость все равно есть, роучем. Лингом есть, коготь есть, 68-37 по лимиту. Тут сейчас имморталов просто выйдет 3 штуки, уже их 3, уже напряжно как бы. Покатушек нету, Блая, правда, хотя мог бы и покатушки. Прибегает на мув, что это такое? На бейнов делать, Блая, конечно. Прям здесь, можно прям рампу, кстати, сверху атаковать, как мне кажется. Заходить сюда, вот здесь адепт всего лишь один стоит. А что мешает здесь Блая зайти? Конечно, ничего не мешает. Так, собачки протискиваются, и морклу надо окружить, забрить. Окружает, забревать. Бейны на третью вкатываются. Здесь не главное не отдаться на сентря. Куда бейны-то ушли? А, сзади в тыл. В тыл катится Бла и Морклом. Сентрям падают сентри, так и Морклов не выключились поля только. Это провал был, если бы сюда вкатился, убил бы всех пробок бы Бла. Хотя, смотрите, вроде пока продолжают убивать. По рабочему же, кстати, вровень пошел. Хорош, Блай, молодец. Все-таки хватило. Но на грани здесь вот реально еще чуть лучше бы Макс бы отбился. У него все прекрасно бы было. Но он вообще здесь с ГГ написал. Вторая карта нам нужна. Ждем ее.
Все-таки смог реализовать боевую лимитцию. Молодец, правильно разобрался в ситуации. Ну, мне уже каабеллинги вот эти пошли в... Ну, как-то медленно они шли. Уже к рабочим зашел, потом назад пошел. Мне показалось, что уже сейчас он проиграть может. Но все-таки хватило юнитов здесь, и это хорошо. Вот если бы у Блая были по катушке беллингом, он бы выиграл бы вообще сразу бы эту игру. Так, пильную рекламу, ребят, помните про Орлоки на премиум, подписывайтесь, поддерживайте меня, мой канал, по возможности прыгаю и оглаю. Сейчас Азулис там ведущий с геймхард модом, молодец, сделал, чтобы видно, как рабочие погибают были. И это, короче... Так, вторая карта, Макс и Блай. Поехали под вторая и, собственно говоря, решающая. Либо 1-1, либо 2-0 Блай. Будет и лучше, конечно, Блай гораздо лучше 2-0 побеждать, потому что у него еще впереди сортов. Качество такое ужасное. Это у тебя ужасное качество. В игре качество прекрасное, и на стриме прекрасное. Надо просто переключить его сначала. Так. Семнадцатая хата, Гаспул, Блая билд, Блэкпин карта, Блая на часе, на 7 максов у нас находится. Так, пилончик пошел у Макса, да. Ну, пилон Гигаснекс Кибернетка, Протус желтый, вы видите, да, на 7, я уже сказал, он находится. Блай красный получается. Здесь 17 хат Гаспу стандартная на скорость, пока Блай газ не натаскал. Как, кстати, странно это. Наверное, поздно, то ли рабочий направил, то ли газ чуть позже, чем обычно был. Вот скорость пошла, ну, может, секунд на 10 позже обычного скорость заказана. Не страшно, конечно, но... Чем раньше скорость, тем лучше, если в нее играешь. Ну, вот можно адепта кого-нибудь попытаться срезать там, например. После адепта, кстати, Макс строит сталкера. Строит сталкера сейчас. Хочет овера он сильно сбить. Блин, собьет Блай овера. Тут Блай что-то по мейну летает зигзагами какими-то через шип.
Twilight спалил. Вот сейчас надо улетать было сразу бы назад, конечно, когда Twilight спалила. Блай тут стоит. Сейчас линги выйдут. Может сюда улететь вообще угол. Хоть сколько-то оверку живет. В итоге сейчас и собак Блай сольет, и овера, короче, сольет. Одна собачка падает. Макс начинает овера крошить. Ну, кстати, две пробки сгрыз Блай. Одну разведывательную, получается, что ли, одну здесь. Похоже, что да. Овера потерял. Один линк тут хитрый сныкался. На скорости лучше им постоять, не выходить, как боевой юнит, его ценность минимальна. То есть он навряд ли сейчас здесь что-то съест. А вот посмотреть, что за грейды делает, Даркшайн это был бы или что-то еще, было бы замечательно. Так, Адепт Сентри, откуда ты нас, откуда он телепортнул? Они здесь в атаке были похожи. Ну, собачку принял. А, простите, ДНС. Опять у меня ДНС заходит. Это Макс, это, конечно, китаец. Блайз ДНС, он сыграл 1-1 там. Тут, соответственно. Так, 12 роучи, 16 лингов у Блая. То есть это и оборонительные роучи, я уверен, что Блай сейчас пуш сразу перейдет. Адепты прилетают, Блай их видит прекрасно. Макс видит, что 2 роучи здесь есть, а остальные это уже пошли к Максу до сюда роучи. Роучи Реваджера, Линга, Беллинга, Макс делает сейчас, вы видите призму дома. Призма зайти не успевает, точнее призма зайти успеет, но... Надо Тейморкл здесь, а не призму. Вот что здесь надо. Так, адепты окружены Блаем сейчас. 4 штучки. Он окружает, пытается. Ага, Максет забрал в призму. 3 куда-то вышли, хрен пойми куда. Даркшайн строит Максет, пытаясь здесь отбиться от выхода Блая. На перспективе, как бы. Но я думаю, что Даркшайна тут толку мало тоже будет. Сентри падает чуть-чуть. Реваджера Блая запиливает. Это долго у нас. Собрана было сразу с Реваджером приходить, потому что дело даже не в том, что они филды пробивают, дело в том, что они с рейнджом центрей поломают здесь и не слабо. Так, филд снимает Блай, снимает там батарейки, ребят, это 2-0 в пользу Блая, пуш вообще в хлам раскатывает оппонента его. Минус гейт. ГГ, Макс, это пишет, дарки здесь уже даже бы не спасли, даже если бы он построил бы дарков, все прекрасно было бы. Ну что ж, отлично. Лай Зигфрид. Сейчас будет Зигфрид, кстати, какой у него флаг вообще? Зигфрид, где Зигфрид? А, американец. Зигфрид Проц. А сыграл ли этот Зигфрид сейчас? Вот вопрос возникает уже. С кем он там должен играть сейчас? С Ортофом. Возможно, что нет, не сыграл. Играют Дани.
Так, они еще играют, говорят. Кстати, какое сегодня число? Там с 25 числа написано, и Майкер отписал. Вот. Что будет какой-то новость вышла. Новогодний марафон какой-то небольшой, с 25 декабря по 7 января. То есть с призовым там даже. Я думаю, можно поучаствовать будет там. Вот, но нужна шапка Деда Мороза, как бы. Правда, тут написано, как бы. Миш писал. Чтобы не было халтуры. Я спрошу, что не было халтуры. Надевать шапку Деда Мороза, контент при этом не менять. А что значит не менять контент? Я так и не понял, никто ничего не ответил, как бы. Я не буду не менять его, как бы. В смысле, менять в том плане, что стримить не StarCraft. А вот Зикрит вернулся, отлично, кстати. Да, согласен, Мэйл Блай в последнее время неплохо играет, 1080. Так, ты даже не в курсе, какое качество где стоит. У меня среднее стоит, больше не надо. 2-0 Зикрида сортов выбил. Сортов убил 2-0. Значит, Блая тоже надо убивать. Ну, не знаю, буду ли я в этом участвовать в новогодней хрени. Наверное, поучаствую, как бы, почему бы и нет. Тем более про шапку Деда Мороза уже до этого думали, как бы. Ну, в любом случае, там турниров миллион. Почему бы и нет. Будет перед Новым годом. Вот после Нового года, на самом деле. Чё там вопрос? Ну, с 1 числа наверняка стримить я не буду. Хотя посмотрим. Бывало, что как бы первого весь день стримил. Короче, разберемся там, что к чему. Так, ну что же, Зигфрид Блай, Зигфрид Протас. Не знаю, какое он сопротивление сможет Блаю оказать, но Макс это не смог оказать. ДНСом 1-1 Блай сыграл пока единственную карту, которую он отдал, получается. Кстати, кто ходил кто-нибудь на «Звездные войны»? Это новый нормальный фильм. Стоит в кино сходить, то время надо найти, мне сходить. Смотреть так-то я люблю вроде «Звездные войны». Про космос, про фантастику я люблю очень. Ну что, ребят, Блай Зигфрид.
Поехали. Сколько у нас времени, кстати, остается? 14:39, 15:16, Варди Invitation. Ну, посмотрим, посмотрим, насколько там кончится. Может быть, все-таки прерывусь, потому что надо поесть. И я чуть-чуть перекусил совсем. Надо что-то придумать на попозже. Поесть, сходить, купить, наверное. Может, энергетика кого схожу, куплю. Потому что, ну, нереально, все-таки 5 часов спал. Я чувствую, что сейчас пока силы есть, но наступит момент, когда... Когда они уйдут. А стримить там просто выше крыши. Потому что группа C и D на Варди Invitational будет. В группе C играет Кас и Hellraiser, а в D Strange. Блай уже вышел с первого места там на Варди Invitational. В группе А. Ведь не C, а D, B и C. Прошу прощения, B и C, а... D потом будет. Там нет наших игроков вообще. Так, ну что, здесь фотонит Secret Blah, я смотрю. Че себе? Фотонка-то доделалась. Одну Blah отколупал, конечно. Нормально после этой части уже не захочешь на другие ходить. В каком плане нормально после части на другие ходить? Потому что это дерьмо и на другие не захочешь сходить, или потому что она нормальная? Вообще, как бы, Звездные войны — это не стандартная фантастика, стоит об этом помнить, что там, как бы, про семейные, про все эти штуки, понятное было дело. Офигеть, какая жирная фотонка, блин, во втором Старкрафте, это ж просто жесть какая-то. Блай копает, да, пилона он достанет, вот, да, это, кстати, до батарейки тоже достанет. А Блай, кстати, контратаковал, между прочим, и пока мы про Звездные войны тут говорим. Убил пилон, убил пробку. Здесь грызет все нафиг вообще. Пилон еще не нападает. Пробками, кстати, Зикри здесь собирается отбиться. Блай зачем-то забежал в ловушку для себя. Удает. Ну, молодец, в кавычках. Конечно же, Блай. О, и до пилона достал. ГГ, Зикрит пишет. Смотрите, одна пушка все отбила, нормально. Быстрый матч какой-то у Блая тут пошел. Так, Sword of с Вивидом будет играть. Я надеюсь, как Блай он быстро отыграет, чтобы Блай с Sword of потом решающий будет матч. Но это слишком быстрая какая-то игра получилась. Да я чё про Звездные войны спросил, вот увидел ВКонтакте, сейчас учёба там всякие многие картиночки кто-то выкладывают рисованные, вот, в общем, я помню, посмотрел ко новой части, вот последняя, которая была, где между частями, там, вот, где Звезда Смерти стреляла, и до этого часть, там, где как раз продолжение, вот эта часть продолжения той, где там какие-то... Хрень большая летала, там планету убивала быстро очень, каким-то странным образом. Причем там она стреляла, и эта плазма
Ну, короче, придираться-то, если к этому всему вообще жесть, ну, там, издалека супер, там, а быстрее скорость света, как будто бы они летели, там, непонятно. Вот. Понял, Арам. Ну, короче, надо самому сходить посмотреть. Вот, я к тому, что последняя вот эта часть, которая между частями была, типа, по сюжету, она как-то мне больше понравилась, чем предыдущая, где вот эта хрень там планеты 5 штук сразу из звезды высасывала, убивала. Та какая-то, ну, помертвее, по-моему, была. Даже если не продираться ко всем этим моментам там. Даже по сюжету. Не знаю, Rival, кстати, команда, где дофигища, как бы, людей, американская, я так понимаю. Вот, но... На каком уровне Secret играют, я не знаю. ГМЛов там много, я уже повидал их, американских, вот из этой команды. Тот же вот этот Чан Кларк, он же... Нистик. Еще кто-то там. Ну, они такие тоже, они все не дико сильные игроки. У Блая пул первый, ребят, без газовый. Надежно он хочет сыграть. Здесь два гита играет, просто сразу. Надо зелка строить, конечно. Вот сюда сразу что зелок не заказан. А, кибернетка. Ну, на зила ты сразу же пилон сейчас. Зила пилон. Зила-то бустить надо еще. Ему просто, блин, сотка уже тысячу времени и сотка минералов, он какую-то хрень делает. Ну все, сейчас собаки прибегут, и Зилот не успеет выйти. Очень важно Зилота до собак успеть вот построить в этой ситуации. Пожалел Зилка заказать пораньше. Надо газа его строить было, конечно. Газ-то нахрен там это. Все, теперь ребус просран, вообще все просрано. И влающий пилон стопудняк сгрызет здесь. Еще можно и бандита этого принять, попытаться. Глая пробочек грызет. Тут, конечно, Глая контроль мертвенький был сейчас. Хотя Зилоку убил даже. Самое интересное. Пилон надо грызть, конечно. Агрить пробок сюда на оборону. ГГ. Просто 8 собак от Глая и ГГ. По-моему, не? Ну, похоже на то. Я не знаю, просто здесь процу делать. Глая просто на пилон грызть этот и все. У него никакого продакшена нет. То есть придется пробками этот пилон прикрывать сейчас. Глая, ну, собак надо местами менять, таких уметь, как бы. Чтоб 3 грызло, это просто на 50% дэмэджа больше. Пилон все-таки достроил и... Ну, блин, сейчас придется ждать сортов. А теперь, ё-моё, время достаточно долгое. Кстати, сортов Глая это выпиливал раньше. Не знаю, получится сейчас или нет. Потери интересно глянуть. 5 пробок зилок на собак. 6 пробок зилок. 7 пробок. Нет, 7 не пробок зилок. 7-ю не убил. Чарлик, я аккуратненько встану. Спасибо, что бреешь мне ноги. Клубочек шерстяной. Так, здесь у Зикрида просто чудо-билд. С дарками с мейна просто идет. А где Твайлайт у него вообще? А, вот он, Твайлайт здесь и есть. Побежал куда-то, Блайк он побежал, кстати. Проверять, нет ли прокси каких. А, он видит, что Некста нет, он понимает, что где-то здесь прокси. Зикрид отрывает, ГГ, пиши, братюнь. Блай нашел что-то все. Просто дичь вообще. Весь паркус сейчас загрызет, Блай. Пилон сгрызет, Даркшайн сгрызет, короче, все сгрызет.
Зигфрид не сдается, он бьется до конца, как мужик просто. Даркшайн на мейне заново прям под овером. Роба, блин. Сейчас дарками тут просто Архона Харас устроит. Дарк Харас такой Блай, что он офигеет. Блай без скорости с собаками просто бегает и все. Так, последняя часть лучше предыдущей. Я же говорю, предыдущая неплохая была, которая между частями. А вот предыдущая, которая предыстория последней части, где планету убивали, та вот послабее, я бы сказал. Последняя прикольная часть достаточно была. Конечно, там туповато, может, по сюжету некоторые моменты, но красиво достаточно. Так, Блай в лоб здесь стенку сгрызает. Так, с кошками домашними. Ну, с Алисой как бы щемило ее. Он прям вот с ней понимал, что она с ним живет. И она ему со стола скидывала еду зачастую. Тут были эпизоды просто, ну-ка, оставляешь еду. Она, блин, вообще просто лазила везде, потому что у нее уже на старости лет от конкуренции с Чарликом колпак начал ехать. Вот, а так просто не любил он их. Рот кошачий не любит Чарлик, конечно, у него аж пригорает. Просто он бухтеть начинает, сразу рычать. Да, из США, Зигфрид. Так, чё он там?
Зикрит негр какой-то. Так, Суртов на канале, смотрю, сидит. Ну что же. Значит, Блай Суртов сейчас будет матч. Посмотрим, посмотрим его мы, конечно же. Так, захожу. Сюда не доиграли они, походу, еще, да? Не доиграли. 1-1 у них еще здесь. Ну, давайте посмотрим тогда этот матч, получается. К вам Гулай уже пойдем. Так, ну что, Суртов 1-0 ведет, нам сообщили. Так, Ctrl. Ну, вот так вот, правильно, чтобы был счет. Надо поставить. Суртов идет 1-0-0 против Виви. Да не знаю, что они там, они очень долго играли, как было две карты. Ну, как для ЗВЗ, это достаточно долго. Хотя ЗВЗ тоже бывает разные, 30 минут в том числе. Надеюсь, что такое прям сверхдолгое оно не будет. И похоже, да, уже 3 часа, похоже... Перерыва не будет до следующего стрима, так как, ну, так как уже сейчас надо будет начинать в ближайшее время. Но там, кстати, в Ardia Weekly дольше гораздо будет группа идти. Так что, наверное, там и перерыва и до 9 часов, скорее всего, не... Так, а куда я добавил вообще? Я не туда добавил стрим-то свой, ё-моё. На Ardia Christmas Invitational добавил. Вот я Соня-то. Сейчас я... Сюда запилю, туда, куда нужно вообще. Кстати, нужно... Вот эту фигню еще добавить, все. Логотипы все эти. Во, так вот. Потому что меня просили, а я все время забываю. Это не страшно, конечно, но на плей-офф надо запомнить, чтобы впилить туда. Вот, ну, 17-я хада Гаспул Вивит на 11, он красный, Суртов на 5 синий. То же самое, у него такой же билд. И в Бэйлинг Нест он играет, то есть подстроил сколько... А, погодите, погодите, погодите. Да нет, такой же билд. Такой же билд, просто Суртов раньше собак добавил и... Так, он вынуждает Вивида сейчас заказать лингов просто 8 штук. Забегает Суртов. Будет Бэйнов морфить? Не, заходит просто сюда лингами. Видит, что Вивид делает тоже Бэйлинг Нест. Ну и смысл здесь пилить Бэйлингов не особо нет. Уже Суртов по рабочим плюсе. То есть он уже как бы побежал вперед в обход.
А обход бежать, это на самом деле пища для размышления, mind games, короче говоря, получается. То есть можно... Обман идет в таком плане, то есть с автоматом обман идет, потому что оппонент думает, что это он здесь бежит-то. Наверное, сейчас там лингов строит, точку сбора дома поставил, сейчас скорость доделывается, здесь беллингов накрутит и будет меня пушить. А в итоге нет, в итоге сортов рабочего заказал, у него все в порядке. Можно было, конечно, собак на мейн попытаться не пустить, но не получилось этого сделать. Так, здесь два линга сортов принимает. Еще одна овера сортов, кстати, убьет. Офигеть, два овера срезал Виведу. Это плохое начало просто, конечно же, для Виведа. Развел на лингов еще. Не, ну сортов доминирует здесь, что ни говори. Сотка минералов, два юнита потеряно. Одна собака в потерях указана. Потеряно два юнита. Что это еще может быть-то тогда, я еще не понял. Так, Бэйны начинают теряться. Ну как теряться? Оторвался он неплохо, но рабочих сортов не получилось подрезать ему. Запиливает 4 Бэйна, а уже готового не доконтролил просто сортов. В итоге сейчас Вивет его может отогнать. Всюду. Был бы Бэйн, уже бы хату бы грыз спокойно бы и против собак контролил. А так пришлось тянуть время. У Вивета 5 роучей заказано. Ну, 5 роучей, конечно, помогут в обороне, но я думаю, что сейчас сортов хату может грызть, потому что здесь Бэйны есть. Надо очень грамотно Вивету лингами действовать, ни в коем случае не отдать. Плетка там перекапывает, все перекапывает. Везде линги взрывают, там собак. Беллинги, точнее, взрывают собак везде, где здесь и здесь было. С двух сторон они находились. Плетку сортов сгрызать пытается. Надо огрызть именно плетку сейчас. Можно беллингами пытаться было минуснуть. Кстати, роуч-то всего один здесь. Ой, всего 4 роуча. Близ плюс один. Ну, собаки дэмэджные, правда, с другой стороны. И Вивит уже прям намасил роучи. Это улын, это роуч куш, соответственно. Ну, сортов и рабочих на 8 больше. 40, 30, 44 уже, блин, еще он строит, сейчас 48 будет, 30. Ну, тут 40 на 18 боевого, не проморгать бы сортов еще с налом-то к себе. Собаки вот побежали, роучи побежали, 7 роучи сортов делает, но по боевому-то проседание идет абсолютно точно здесь. Ну, мне кажется, на грани все будет, сортов очень большой до заказ, но... ну, у Вивида все уже пришло сюда. Вот, роучи пришли. Вивет Беллингов просто пытается сейчас. Ну, это косяк, конечно, такой. Беллингов только от собаки в бой вступает. Где там линги-то сзади? Подбегают вроде как сзади линги. Руч пытается сплитить. Лингов пытается сплитить Вивет. Отводить сейчас. Так, у сортов и нет плетки, между прочим. У Вивида больше до сих пор лимита. Но у сортов... А, плюс один доделать. Вот она и плеточка построилась. Плетки не было, но вот она достроилась. Сейчас надо плетку как раз утюжить. Здесь роучи выходит. Короче, сортов отбился, ребят. Это 2-0 в пользу сортов, очевидно. Здесь не получается сдавить. Залез в ловушку. Еще не третью сбрил. Ни хрена не сбрил. Здесь Вивет. Ну чего? А, плюс один сортов отменил, ребят. Я извиняюсь. Он вообще отменил плюс один. Чтобы побольше роучи запилить по газу, там, по минералам. Ну, это сработало. Это сработало. Какая разница, есть здесь плюс один или нет. Ну что же, Блай против Сортоха. Возможно, кстати, даже матч за первое место. Как там ДНС, надо посмотреть, что идет. Может быть, между тремя будет решаться. Так, у Блая 2-0, 1-1, 2-0, это 5-1, 7-1 Блай сейчас идет. ДНС, так, 1, Сортов 1-1, Сортов Маскс, это 1-1, это 2-2 уже. Субзик 2-0. Суфиля 0, 4 и 2-2, у Суртофа 6-2, а у Блая 7-1, то есть Блай даже 1-1, если сыграет Суртоф, он будет в плюсе, как бы. А что же у ДНСа? У ДНСа с Суртофом 1-1, с Блаем 1-1, у ДНСа с Вивидом 2-0, у ДНСа с Максадом пока не ясно, то есть у ДНСа тоже 6-2 будет, если Максада выиграет. Так, у ДНС Зикрит, ну, даже 6-2, у него 8-2 точно будет, у Блая 7-1. Здесь, если Блая 1-1, Суртов сыграет, у него 8-2 будет, и у ДНС 8-2 максимум будет. Ну, Суртов, если 1-1 сыграет, уже 8-2, ну, никак не будет. Ну, а там будет по поинтам, этим ОСЦ-поинтам, кто первый. Ну, очень, конечно, если первый Блай выиграет, ой, если Суртов выиграет 2-0, то он пройдет, ну, вообще...
Сортов Блая Шаттл последнее время ел. Лучше, конечно, было с первого выходить, все это сразу урва 8. Так, ну что, Блай черкают они с ДНСом карта. 3.07 время. Ну я, наверное, знаете что, я стрим вырубать не буду, скорее всего, если сейчас закончим и хотя бы за полчаса. Я поставлю запись вчерашнюю какую-нибудь, например. Я сам отойду, здесь покушаю, как бы и подготовлюсь к следующему турниру. В магазин схожу. Так, группа С вчера, все мастерства. Кто у нас в группе С, кстати, играл вчера? Акас вчера, между прочим, играл. Второе место он занял после Намшара, к сожалению. Касцан, и потом победитель Наману будет попадать. Ну, завтра и можно, в принципе. Фу, завтра. Можно сейчас будет поставить Каса игры. Как раз Кас Намшар, там последняя карта такая. Прям знатная получилась. Я помню. Для тех, кто не видел. Еще на Good Game может выложить все это дело. Ладно, пока не буду выкладывать что-то. ВКонтакте и так, я думаю, посмотрят все. Оперативно достаточно получилось выложить. Красота. Так, это хрень какая-то.
Так, кстати, Hero Dark, да, там играют, между прочим, тоже. Начали они играть только вот недавно. Можно Hero Dark. Ну, Hero Dark комментить надо. Просто. Игра приостановлена. Короче, варианта два. Запись с Касом, либо Хира против Дарка. Могу поставить прямой эфир, но я комментить не буду, потому что я в магазин пойду. Вот. Там интересно будет, конечно. Но до конца все равно не досмотрим. Вы сами должны понимать это. Вот надо решить, пока этот матч идет, что я вам поставлю. Потому что я не думаю, что ЗВЗ до 16.00 пойдет. Еще 50 минут до 16.00 вообще-то. Чублай лучше всех пока идет, ребят. Здесь. У него высокие шансы. Ему надо брать хотя бы карту. У сортов он-то с высокой вероятностью первое займет. Если, потому что если он по поинтам вот этого турнира выше, например, ДНС идет, то он при равных картах пойдет вперед. Наверх, точнее, с первого места пройдет далее. Так, рекламу пилю. Помните про адлоки, поддерживайте меня, мой канал. Реквизиты везде на всех плеерах есть. Либо через плеер, либо премиумами. Семнадцатая хата, Гаспул от Блая. Карт путь на Айру, Блай на 11 красный. Сортов на 5 синий. То же самое у него. 17-я хата, Гаспул. Погнали, в общем, ребят. Да, я думаю, что там прямой эфир поставлю, просто Hero Dark. Вы посмотрите пока сами по себе. Вот, а я пока пойду, схожу в магаз. Покушать куплю там энергетика, может, какого-нибудь пиши, иначе я не выдержу две группы подряд. Потому что там на... Варди Christmas Invitational, я напомню, там 6 бо-3 в каждой группе, с 12 бо-3 надо будет посмотреть. Сейчас в 4 часа начнется группа Б, где играет Кас и Hellraiser, а в 21.00 группа, где Strange играет. Правда, я не знаю, вот между, ну, за... Да не, навряд ли она 5 часов придет. Перерыв, наверное, будет между группой Б и С. Но тоже я загадывать не хочу ничего, потому что, может быть, там и не будет перерыва. Вообще, чтобы это надо, чтобы каждая, погодите, 6 бо 3, 5 часов. То есть почти час, чуть меньше. Сейчас по 40 с лишним минут бо 3 каждое шло. Не факт, что так будет. То есть было бо 3, может, вообще за 10 минут одно пройти. Может, дольше будет. Но чтобы каждая прям по 40 шло, это да. То есть, блядь, 300 минут, да, по 50 надо идти, 5 часов это 300 минут получается, ну, а там 6, короче. То есть, соответственно, 6 и 5, 30. По 50, да, минут получается, должно оно идти. Так, ну да, наверное, все-таки раньше закончится. Ладно, хорош всякие теоретические здесь математику для начальных классов изучать. Ну, тоже надо иногда, да, считать в голове, а не на калькуляторе такие элементарные вещи. Потому что... Особенно на продавщиц магаза смотрю, а раньше-то, ну, когда кассовых аппаратов не везде были, многие с калькуляторами сидели, ну, и там... В стиле два продукта, там, какое-нибудь молоко, там, 40 рублей, грубо говоря, ну, там, 45, допустим.
и какой-нибудь хлеб там 24, там, и на калькуляторе считаю, да я смотрю, думаю, ну вот чё, серьезно что ли? Так, все-таки без лирики не обошлось, ребята, бегает Суртук, Блай собачек суртовских отгоняет, сам к нему прибегает вообще. Ну, дрона одного сгрыз с тремя лингами, пуэра надо пить, у меня нет пуэра. Вот, был бы, попил бы. Хотел бы скуплю кого угодно, все, чем пуэрчика какого-нибудь бодренького. Так, два бейна есть у Блая. Видит сортов их вообще? Кстати, королева на второй нет, вот в чем прикол. Сортов, развернись, друган, ты что творишь-то? Начали рабочие кататься, взрывайся. И даже одного не убил. Но это мастер Блай такого, конечно. Это такого мастер Блай вообще. Такого мастер Блай действия. Просто... Ни королева, ничего. Два бейна идут, но они друг от друга далеко единственно шли. Но вот первый погиб вообще. На один дрон хотя бы в него врезался, гарантированно под одного забрал. Но нет, даже того не забрал. Куда-то бывает выбегать, королевку-то это сбить. Идет королеву. Прям у него энергии много было, между прочим, у этой королевы. Еще два бейна вперед идут. А что сортов-то делает вообще? Я чуть не понимаю. Как получается так, что Суртов умудряется этот взрывать беллингов двумя собаками, при этом собаки не две погибают, я просто в шоке. Гладис перегрызается, разменивается с лингами. Но Суртов просто дронов масит, и Блай не успевает за этим. Юниты бегут разрозненно абсолютно, просто Блай на муви здесь сливается, бежит. Ну что за бред вообще? Чудного дрона минус, ну королеву-то заберет хоть на Блане. Нет, трансфьюз зашел, но тут собачки поджали, а больше трансфьюза нет, это прекрасно, то, что поджали собачки эту королеву. Вторую было бы грызть сейчас, ну нет, грызть-то можно, но сгрызть это было бы слишком большой удачей. Эту королеву, этот сортов вообще боевых юнитов не строил. А у Блая, между прочим, 30 собак вперед бежит, и Блая, это, между прочим, больше лимита, 9 роучей заказано там. Суртов уже начинает выходить собак, блядь, только не просри собак, можно вперед забежать, на вторую можно забежать, конечно. Здесь беллингов можно не отдавать, попытаться, можно забежать на мейн попробовать. А на мейне, между прочим, несколько всего дронов, и Суртов у дрона здесь, ё-моё, как Блай хорошо жрет Суртов, и здесь просто царь. Минус роуч здесь, дрончик один выживает, 93-72, 57-36 по боевому, роуч приходит, и собаки здесь живут до сих пор, уводи, Блай, все. Беллинг и Суртов куда-то в никуда взрывает вообще как царь. Реабилитировался Блай за косячные эти взрывы беллингов, можно точно сказать сейчас. Ну вот если он так роучами будет драться без поддержки лингов. Ё-моё, сколько там роучей-то еще вперед идет. Здесь реладжеров пару надо сделать из дамаженных роучей. Иначе погибнут. Ну чё Блай вот бегает здесь? Да сделай это вот два реводжера. Нет, делай это с живых, ё-ма. Один. Вот краснющий стоит. Чё Блай творить-то опять? Ну бывает это мелочь в жизни уже, что называется. Делает все-таки из этого. Молодец. Он сейчас придет помогать этим всем товарищам. Суртов уменьшит 50-51. Ну Блай тянет, что Суртов удает просто отстроить лимит. Плюс один сейчас Суртов доделается. Ё-моё. Плюс один готов грейд. Ну и все, Суртов, и здесь просто немерено юнитов. Ну что, Блай, творить-то вообще не пойму. Приходит Бэль. Нет, это минус Блай, ребята. Королева здесь. Ты так долго ждал-то? Реабилитировался. Вот тебе и реабилитировался. Суртов на плюс один отбивается. Блай до заказа, конечно, делает. У него, кстати, не синхронно, как все приходит. Рабочих у Блая больше. А, плюс один Блай закал. Кстати, Блай съехал уже с этого пуша. Вовремя-то как. Молодец, на дрелоджеров еще добавить. Сейчас два замофиса у этого, как раз 9 секунд, по-моему, КД, а нет, 7 секунд КДшится, плюс 9 эти делают, товарищи. Так,
Так, два почему-то фаербол только блокинул. 9 дронов еще бластеров. Ну, по лимиту в плюсе, плюс один делает. Здесь выбивает, оверов пытается блать. Здесь он два висят на... Можно просто за 3-4 фаербола выбить два овера одновременно. Но надо 4 реваджера. Вот чтобы оверов выбивать, нужны 4 реваджера. Плюнул раз... Овер минус. Плюнул раз, овер минус. Оо, Блай достоялся здесь. Торток выходит. Блай разбирает. Собаки бесполезны. Роучи, ну... Ну что за ошибки, а? Дождался скорости от Тортока. Просрал. Все вообще. Блай реваджера сейчас потеряет. Все бегает на мой... А, здесь забегание идет. Ну, Блай хоть забегание ответное делает. И то хорошо. Ну, если Роучи намасит Блай, как бы он может здесь и победить, скорее всего. Потому что, вы видите, по рабочему Сортофу полный печаль. 27-57 это катастрофа для него. Просто экономическая какая-то. Ну, боевого 75 Сортов на 45 Блая. Так. И что там уже тяй? Хочешь меня подсадить на что-то, что ли? Вот. Ты, мне кажется, такая хрень не продается просто так в аптеке почему-то. И где она вообще должна продаваться? Вообще не в каждой аптеке может и есть она, если есть. Ну что, пришел сорту, Блай отковыряется, ребят, это победа. 1-0, Блай точно первое займет место, похоже, здесь. Я не думаю, что Сортов или кто-то выше здесь Блая попоем. А, Сортов уже точно не займет. Ну, ДНС может быть столько же побед и поражений, но, соответственно, ДНС, если меньше по очкам у него здесь, то... Хотя ДНС много онлайн-туриков катает, может, у него не меньше очков там. Кажется, на такую хрень. Кофеин, бензоат, натрия. Надо запомнить. Сейчас в аптеке спрошу, там как раз магазина. Шредбул, я тоже говнище это не люблю. Так, ну вторая карта нам нужна.
Я в курсе, что в Red Bull... Нет, в Red Bull в основном турин действующее вещество во всех этих... Так, у меня счет стоит. В Red Bull'ах, страйках алкогольных, там таурин просто как бы жесть, сколько его. Особенно в страйке, я помню. Как раз когда молодой был, я не... Угорали, конечно. Ну, не читать и не знать, что происходит там вообще, что за вещества, это не очень грамотно. Так, ну Блайпул первый безгазовый играет, у оппонента и в хатку идет. У оппонента у его... так, 17-я хата Гаспу у него, да, у сортов 17-я хата Гаспу. Ну Блайп какую-то херь начинает делать, здесь собак на муве просто теряет. 6 здесь, а сколько за ним гонится? Тоже 6, да, тоже 6 гонится. Значит, можно покусаться будет там. Переводится дрон у Блая, королева пытается подрезать. Так, Суртов гоняется за лягушонком Блая. Здесь 4 линга забегают. Что сюда? Ну, дроны переезжают. Надо так, еще плюс 4 собаки Суртов. Нет, Суртов здесь отобьется в итоге. Нет, не сказал, что на изичах, но отобьется, потому что Блая все демедженное в хлам, а у Суртов и зелененькое. Даже если у Блая на собачку больше, это не значит, что он здесь победит. Только тем более он как-то кривовато. Хотя, смотрите, Блая 9, а здесь сколько? Здесь 7. На 2 собаки больше. Ну вот в рабочих-то Блая вот куда бежит? Знает же, что куда Суртов ведет его? Конечно, в рабочих, чтобы пожрать его рабочими. В итоге у Суртов Лэр уже пошел. Так, у Блая плетка, кстати, в кармане делается. По рабочим Блай даже в плюсе оказывается здесь. Роуч Ворон, Эволюшн, а тут Лэйр Роуч Ворон с Эволюшном тоже плюс сортов. Где у него тут плюс один, например? В чем тут Нидус собрался делать, что я не понимаю. Кажется, да. Да, Нидус у сортов-а. То есть, если Блай сейчас делает просто Роучей, он отбивает все это дело. Ну, Блай не делает ни кроуч, он там третью собрал ставить. Нет, это похоже ГГНчик. Я вижу, что Блай вообще не готовится к этому делу. Третья пошла, плюс один Блай заказывает. Может быть, вот если сейчас Блай хочет пушить, например, то есть он сейчас роуч начнет делать под плюс один, да, вот, и будет их масить, 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 то это единственный шанс для него, наверное. Хотя Нидус раньше, здесь роучи раньше, и... Куда Нидус-то будет интересно ставиться? Мне просто интересно. Да, вот прям сюда Нидус заходит. О, а роучи-то здесь у Блая, кстати, появились. Может, удастся Нидус зафокусить здесь? О, хорош. 2-0 Блай. Или еще нет? Нет, еще нет, похоже. Ну, королевы падают, я... А, Суртов еще один сюда Нидус пилит, царь вообще. Сейчас этот Нидус Блай выпилит, похоже. Ведь у него третий еще при этом ставится. Делает Реводжера одного Блая, решил Реводжера сделать. Так, все, Суртов Нидус просрал. У него с другого направления Нидус сейчас попер. Блай сразу же отсюда убегает. 68-68 пилит. У Блая плюс один еще сейчас будет, как бы. Это тоже важный момент очень. Нидус на третьей базе, но теперь-то у Блая уже юнитов чуть ли не больше, чем у Суртов. А чё Блай боится-то? Чё он убежал-то туда вообще? А, у Суртов еще и шпиль пошел. Блай затупил, ему надо третью было отбивать вообще.
Так, чё контур F5? Ты не мне, наверное, пишешь, да? Блин, шпиль-то плохо, конечно, тут труба есть у Сортофа. Надо в контратаку идти, пока там шпили не зашли никакие у Сортофа. Здесь плюс один угла будет, это замечательно. Лейера нет, третью надо заказать просто и дойти сейчас до Сортофа. Я не понял, что бы я делаю вообще? Короче, это фейковый оказался выход. Как он мог быть фейковым, если у Сортов вот здесь? Он вообще, блядь, до сюда дошел? А, это овер. Сортов вообще там оверов нет. Такой бред. Блядь делает лэр. Спорок нет нигде, блин. У Сортов, я надеюсь, сейчас оверов начнет блядь убивать, чтобы блядь заметил, что там мута все-таки пошла. Так, 15.31. Здесь недолго уже этой игре идти. Блай пошел вниз сейчас. Муталиски готовы. Да, готова мутка. Сортов видел, что Блай пришел. Да, Сортов видит, что Блай сюда пришел. Смотрите. Ты минус Реведжер. Куда Блай сейчас собрался наломиться, что ли, на камне? Зачем, Блай? Ты что творишь-то, ё-мо... А. Кстати, у Блая контр Нидус, что ли? Я чуть не понял. Где у Блая Нидус-то? А, это Сортов свой ставит. А зачем ему свой здесь Нидус? А, он собирается Роуч сюда привести, чтобы помочь отбиваться. Да, так оно есть. Реведжера Суртовский с Роучами уходит. Блая Нидус сразу же минусует. Королев с Роучи начинает пробривать. Гидроден у Блая будет. Что он творится? Суртов уже больше. Я не знаю, зачем вот эта отдача-то. Ушел бы домой бы, просто часть юнита спас. А-а-а, здесь разводон с собаками идет хороший, роучами. Но Сортов Нидусом грамотно пользуется. Блай проваливает здесь везде все. Но дома Гидроден строит, правда. Вот сейчас Блая нужна лингов пачка, нужна вот сейчас была бы. И он мог чтобы... А, у него 19 есть. Да вот сюда бежать надо просто и золото вообще здесь беззащитно. Просто беззащитно. Блай пытается туда, кстати, бежать. Сортов мимо пролетит, интересно. Не, Сортов хитрюга здесь стоит, лингов в ожидании. От хитрец какой. Пробегает Блай, не надо забегать под муталисками. Что ты делаешь, Блай? Хорош, Сортов грамотно контролит. Муталисками на под... Ну, на подлете. Точнее, подлетает, как бы, ну, как катить мариками. Просто и стреляет, чтобы от лингов не отставать. Это абсолютно верное решение было. Вот на золоте спорки у Блая нет. Где спорка? Ну, ток-ток сейчас заказывает. Сортов коверов начинают убивать. Надо забегать собаками опять сюда пытаться. Сортов сразу же назад побежал. Там три роуча есть. Блай отвлек и ушел. Все правильно сделал, что называется. Ну, Сортов и больше по лимиту. Вот меня это беспокоит очень сильно. У него роучи реведжеров тут просто строятся. Сейчас скорость будет. Блай еще 8 роучей доделывает. Как бы у него 1-1 и вторая атака. Вот мне нравится, что Блай Греда сейчас пилит с одного, хоть эволюшена, но активно очень. Нидус от Сортов к золоту пошел Блая сейчас. Да, на этой карте, конечно, просто юниты, ну, никак не могут. Нидус это как варикол почти упросится. То есть, просто туда-сюда моментально все переходит. Готов Нидус. Блай понимает, походу, где этот Нидус. Куда от Нидус ставится. Там, кстати, у Блая есть юниты в обороне. И три гидрава у него строится. То есть, по лимит почти сравнялся. А че Блай убежал-то? Тут роучи несколько штук всего. Блай вообще не видит ни хрена, что происходит на карте. Че он ушел-то отсюда? Куда он побежал-то? Всю добычу на золоте просрал. Рабочих при этом на мейн привел, а они вообще не добывают даже. Да. Вот это ошибка просто мертвейшая, конечно, от Блая сейчас. У него было достаточно роучи, чтобы все отбить, он этого не понял. Кто-то убежал сейчас непонятно куда. Теперь все армии сюда идет зачем-то, непонятно вообще. Зачем, блин, мне ничего здесь непонятно. Что Блай делает, если честно. В итоге передумал, ушел всеми сейчас. То есть еще вперед пойдет, отдаст золото, что ли? Привел бы Роучи, убил бы Нидус просто и все. Какой смысл его сейчас отдавать, если ты не идешь в атаку вообще? Надо, значит, идти в атаку под тайминг плюс 2. Гидра-то есть, мута не страшна там. 7 гидралисков против 7 муталисков нормально зайдут.
Плюс 2 через 30 секунд будет. Иди вперед, убивай тогда, ё-моё. Нет, 2 бегает что-то. А, здесь еще и роучи на мейн к нему пошли. Да что, блядь, творить-то вообще такое? Куда он идет? А, он на золото сам к сортоху побежал. Типа неожиданный такой Блай сейчас будет стиль. 4 королевы на мейне. Кстати, трансфьюзов у них много. Трансфьюзься, Блай! Не, зачем трансфьюзиться? Блай ни хрена не видит. Хорошо сейчас за ядрали с пивком, что рядом стоят. Забрал ядралов. Здесь все отбивает нормально. А Суртуку убивает золото. Кстати, победить еще можно здесь. Вот это действие было грамотным, бывает, все-таки прийти сюда. То есть он выпиливает оверов, Суртук пошел в размен уже. Надо выйти на... А, здесь не выйти на мейн будет. Здесь фаерволы вообще. Привет, шайба. Что-то ты рано пьешь за здоровье за мое. Подумай о своем. Так, 140-108. Блай в абсолютном плюсе. Люркер Дэн пошел. И у Блая 2-1 грейды на 1-0-0 сортоховские, кстати. По-моему, это победа для Блая. Золото выпилил, молодец. Можно с таким же успехом было бы не давать свое выпилить. Но у Блая это третье есть, а у сортофа нет. Ну, Блай изворотливый собак. Ну, Блая в ней изворотливости упрекать нельзя, потому что Блай всегда изворотливым игроком таким был. И умел нормально сыграть. Сортов у него бомбит пердачел, и он покидает просто этот матч сейчас на изичах, что называется. Да, именно на этом турнире Блай, кстати, и тащит. Так, ребят, все, сейчас стоп-старт сделаю, без задержки вернусь.